Яким вышел бы и сыграл бы, словно замерло все до рассвета, дверь скрипнет, успех не такой, только слышно на улице где-то одинокая бродит корова. Дело в том, что эта песня, она мне запомнилась, впервые прозвучавший в 1946 году, а мы стояли с моим дядей на автобусной остановке, был августовский вечер, и булыжная мостовая, по которой только что прошел легкий дождь летний, и пахло пылью, вот эта песня. И когда вот хочешь себя немножко так привести в чувство, то сразу невольно вот так возвращаешь себе это пространство, и земная ось встает на свое место. И никаких разговоров, кто ты, кто другие. Ты только помнишь, что вот был твой дядя, который вернулся с войны, был этот августовский вечер. Ну и, собственно говоря, когда начинаешь думать о том, а с чего все началось, у меня такое впечатление, что началось именно с этого. Так что я должен сказать спасибо за... Спасибо, во-первых, Кате, что она все это организовала, и спасибо за возможность прилететь в Израиль. Для меня это уже третья поездка в Израиль. Я, прилетев, сразу стал вспоминать своих любимых, кто здесь жил, кого уже нет. Вспомнил герца Франка, я думаю, что многим это имя должно быть знакомо. Это был изумительный документалист, который, кстати, снимал и в этом театре тоже фильм сделал замечательный. Вспомнил своего брата троюродного, который жил в городе Ашдод. И когда говорят там, знал ли ты гениев? Я говорю, да, знал. Это был мой брат, который был абсолютно уникален по своим творческим возможностям. Но когда с горечью думаешь, жизнь не состоялась. То есть та, которая должна была бы быть, которая соответствовала бы его творческому... творческой силе. И от этого все становится горько. А с другой стороны, сладостно, что все равно эти люди были, ты с ними общался, и ты был счастлив этим. И счастлив еще многими людьми, которые и здесь, которые сейчас живут в Израиле, с которыми ты дружен, с которыми ты иногда, когда они прилетают в Москву, собираешься в одну компанию. И это замечательно. Спасибо. Ну, а теперь продолжим разговор.